Самый востребованный у молодежи лагерь в пятницу посетили городские чиновники. Лагерь «Автомобилист» при автотранспортном колледже позволяет не только весело провести время в компании сверстников, но и выучиться на права категории «Б». Ребята проходят теоретическую подготовку. Для практики есть специальная площадка с иномарками. С полученными знаниями те, кто желают, отправляются в ГИБДД и сдают экзамен. За 20-летнюю историю существования лагеря права получили более 500 человек. Вот и после этой смены часть ребят обязательно станут водителями. Оценить навыки воспитанников лагеря смог и Александр Кузьмичев. Главу администрации прокатили с ветерком. Но в этом году мы немножко подошли более так к участникам конкретно, то есть мы постарались выбрать тех, кто в течение года у нас участвовал в мероприятиях активно, будем так говорить, на общественных началах работал, да, был волонтером, творческим волонтером. Но также есть ребята, которые у нас стоят на учете по делам, по комиссии по делам несовершеннолетних, и ребята из трудных семей.